Красота. Всем привет. В общем, дядя Толя мне позвонил позавчера. Говорит, поехали на рыбалку. Я говорю, ну блин, суббота, воскресенье, какая рыбалка? Народ уже тьма. Он говорит, уедем далеко, где нет людей. Я говорю, наверное, сейчас таких даже места нет, чтобы людей не было. Но, как ни странно, мы вот уехали. Да, далеко в горы уехали. И за два дня, вот считай, сегодня второй день, ни одного рыбака, да, так и не встретили. Вообще народу нет. Вчера мы уже рыбачили. Сейчас вы все это увидите постепенно. Я просто не снимал вступление, потому что рыбалка здесь такая, что надо постоянно в движении находиться. Постоянно куда-то ехали, куда-то ходили. В общем, все сами увидите. Дядя Толя, как всегда, толком не рыбачит. А я бегаю здесь по рекам, через кушары. Я на хозяйстве, блин. Ага, да, дядя Толя на готовке, туда-сюда. Короче, я здесь бегаю с горы в гору, по речке, вверх-вниз, там через кушары. Рыбалка такая. Ловим форельку. Крупная здесь не ловится, не водится просто-напросто. Ну вот, с ладошку. Вот такие вот какие-то экземпляры небольшие здесь водятся. В принципе, ловятся. Вчера немного так уж и рыбачили. Но поклевки были, чуть-чуть рыбы поймали. Не знаю, может быть, дядя Толя сегодня пожарит. Поедим даже. А так все, поехали. Покажу, какая интересная рыбалка здесь происходит. На мини-снасти. Ну, может быть, чуть попозже и дядю Толю порыбачить тоже отправим. Камеру ему на голову одену и отправлю куда-нибудь на речку. Пусть ходит, пусть ходит, снимает. Все, всем приятного просмотра. Дядя Толя, поздоровайтесь хоть. Все, поехали. Все, похоже, здесь у меня один сход был и одну вот поймал, которая сошла, та покрупнее, конечно, была намного, чем вот эта мелочь. Ну все, похоже, здесь закончилась рыба в этом месте. Река довольно мелкая. Думаю, что здесь прям совсем крупняка такого нет, чтоб прям огромная была форель. Не знаю, вот где-то с ладошку. Это для таких мест нормальная рыба, в общем, считается. Ну, вот так что-то на струе не видать. Берет вот в затишках. Пойдем, пройдемся, посмотрим,
Что здесь есть за места интересные. Вот там может стоять, но проводку надо сверху делать. Переходить надо. Вот так просто сносит. Вон там 100% стоит форель. Но как бы это место бросать нормально. И вот здесь тоже может быть. Надо, наверное, сверху двигаться. Да, там 100% есть форель. Вот слабое течение есть. Может быть, здесь возможно перейти. Сейчас попробую. Вот здесь тоже может быть. Есть. Ну вот это стандарт здесь рыбы для этого места. На весь тройник он села. Ну посмотрим, может что-нибудь крупнее удастся поймать. Вот это место надо обловить. Вот здесь бы тоже, но здесь, блин, больше вероятность на зацеп, чем на поимку рыбы. Рыба мелкая. Ее практически не видно. Вот так не заметишь. Только когда по мелику проходит в течение, тогда ее видать хорошо. Ну вот, допустим, за этим деревом 100% он там стоит форель. Но на блесенку не получится. Это надо делать снасть такую. На червя, на опарыша. С грузиком. Иначе никак. Ну, у меня все для этого есть, конечно. Но я все-таки хотел бы спортивно половить вот так вот. С блесенками, со всякими. Давно они лежали, ждали, когда я их расчехлю. Ё-моё. Сошла. Вот сейчас нормальная клюнула, но свалилась с крючка. 50% сваливаются. Здесь место обалденное. Ну что, выше, наверное, не пойду. Сейчас поедем дальше, наверное, смотреть места. Здесь, в принципе, не так много перспективных мест. Поэтому, думаю, надо двигать дальше.
Я ему говорю, может, не поедем вон туда. Да, красота здесь, конечно, смотрите, вокруг просто нереальная. Классно. А что самое главное, людей нет вообще. Никого. Ну, вроде бы должны подняться, не знаю. Полный привод есть. Посмотрим потом. Че, страшно? Нет, давай посмотрим. Не, она здесь-то выйдет. Ну я не знаю, не знаю. Что не знаю? Вообще да. Я тогда на этом. Что-то не хотелось бы здесь забуксовать. Здесь да. Вообще никого в округе нет. Пошли сходим вниз. Ну, надо удочки взять. А, ну да. Чё без удочек идти? Ай, блин. Давайте хоть удочки возьмем, да прогуляемся. Короче, решили сюда на машине не ехать. Дядя Толя испугался. Сейчас поищем еще место. Да, здесь офигенно. Да, на своей я бы сюда, конечно, поехал. Ну, сюда бы я точно съехал на своей, не испугался бы. У меня-то колеса побольше. Приспустил, если что. Ну. Да, красиво здесь, прикольно. Смотрите, здесь и тополя, и чего только нет. Ничего себе. Угу. Да, здесь места вообще обалденные. Вот сюда на машине заехать. Вообще класс. Я не знаю, лучше просто не придумаешь. Обалденные. Сейчас посмотрим еще, как здесь насчет рыбы. Есть ли где ее половить, нету. Здесь что-то место какое-то интересное. Ага. Прям очень интересное. Есть. Ах ты, сошла. Поклевка и сразу слетела. Но это я чуть побольше поставил вертушку. Единичку, возможно, из-за этого. До этого у меня нулевка была, которую оторвал. Но с нее тоже две слетели. Вот это место классное, конечно. Есть. О, хорошенькая. Вот это нормальная. Вот он. Вот это уже рабочий стандарт. Для здешних мест, по крайней мере. Речка мелкая. Здесь крупнее форелька не водится. Вот такая красивая, очень даже красивая рыбка. Вот, я говорю, с ладошку. Не более. Вот оно, это место зацепилось, пришлось подойти сюда. Ну вот две поклевки и все. Опа, выскочила прям на ходу, ударила и назад. Есть там еще, оказывается, рыбешки. Но вот в одном месте один-два раза клюет и все, после этого тишина. Но еще здесь стоит рыбешка. Чуть идешь, дядя Толя сразу куда-то убегает.
фиг найдешь его. Он ходишь, переживаешь, где он, чего он. Да, места, смотрите, какие. Здесь целый лес. Сейчас, похоже, дождь хлынет. Там тучи вообще скопились. Ё-моё. Вот где его искать? Дядя Толя! Катаемся. Все съезды такие очень крутые. Страшновато. И вообще смотрим, есть ли смысл в этом туда съезжать. А места, конечно, обалденные. Еще такие лужайки там внизу получаются с травой. Да, сейчас попробуем. Меняем локации, в общем. Приехали вообще на другую речку. Вернее, речка та же, но она здесь впадает в другую речку. Сейчас пробовать будем. Что, давайте я вам вертушку какую-нибудь дам. Может, все-таки поймаете кого? Наконец. Наконец, да. Так, что бы вам дать, что самое не жалко? Вот маленькая. А, это ж которую вы оторвали. Да. Пойдет она вам? А вот это что, на эту? На что? Может, на эту что? Мне вот это нравится. Кто? Не, она классная, я говорю, она идет так офигенно. А это, блин, все время прыгает. Ну это да. Ну пробуйте, да должно клюнуть. Что ты здесь намотал? Вы просто не умеете рыбачить. Учи? Я вас сколько уже? 2 года учу. 2 года? Да. Не 3? А вы даже снасти не собираете. Так, посмотрим. А. Сейчас попробуем. Да здесь, наверное, уже все обловлено возле дороги. Ну, теперь-то уже, конечно, никого нет. Смысла здесь нет стоять. Обловил, да дальше поехал. Так. Интересно, вот здесь может быть рыба? Вот здесь прям? Да, вот в этом карте. Давайте. Сюда, Дима, Дима. Не-не. Надо пробовать. Везде. Ой, ё-моё. Спуск-то опасный. Сейчас глянем, что здесь есть. В отвес. Нет, туда как подобраться, чтобы там ловить, я даже не знаю. Здесь должна рыба быть. Но здесь больше распугаешь. Глубина-то такая хорошая. Не, нереально. Надо что-то другое придумывать. Да, здесь нет рыбы. А? Нет здесь рыбы. Есть. О! Вот это размер! А? Конечно. Вот это другое дело. Ну-ка, дядя Толя, свою хватку. Не берите за плетенку, она ж тоненькая. Вы чё, блин? Дядя Толя, плетенку опустите, я же вам говорю, она тоненькая. 0,3. Она ж порвется. Вот это другое дело. А вот там тоже может стоять. Блин, туда сейчас забросим. Так. Вот это мне уже нравится.
Ой, как здесь глубоко, оказывается. А вот, кстати, и место интересное тоже есть. Проводочку надо сделать. Есть. О, крупняк. Блин, сейчас сорвется. Вот это нормальные экземпляры пошли. О, какая. Уже больше ладошки. Красавица. Вот слияние двух рек. По-моему, здесь что-то должно быть, я так думаю. Да, рыбалка такая, что много проводок толку нет делать. С первой проводки, если не клюнуло, все, можно дальше идти. О, какая красота, смотрите, среди скал. Дядя Толя меня здесь кормит, он перцы приготовил. Так, что там еще у нас сегодня на завтраке? Помидоры? Класс. В общем, сейчас позавтракаю. Огурца почистить? Не, не надо. И пойду по речке вверх, уйду, буду спускаться вниз, потом... и облавливать. Вот в таком мы месте находимся. Прикольном тормознулись. Иду, иду. Отправил меня, короче, на рыбалку. Пойду поброжу по речке. Посмотрим, какой сегодня клев. Вот сейчас по этой речке вверх уйду. Да куда не знаю, пока не надоест, в общем. А потом вниз буду идти и облавливать. Как же здесь классно, а? Прохладно постоянно. Утром я не хотел просыпаться. Дядя Толя заставил встать, идти на рыбалку. Так, и как мне здесь дальше проходить? Надо искать где-то дорогу. Я здесь первый раз никогда не бывал еще. О, здесь какое место интересное. Ого. Так, ну туда близко я не буду пока подходить. Мне его надо будет обловить. Надо как-то дальше пройти. Где-то должна быть дорога, наверное. Я не думаю, что здесь все заканчивается. Камни скользкие. Как я еще не упал ни разу, понять не могу. Вчера уже пару раз чуть не кувыркнулся. Да, здесь такие дебри. Не знаю, здесь клещи есть, нет, интересно. По мне так должны быть. Дядя Толя говорит, что их здесь нет вообще никогда. Блин. Здесь такие пути, блин, непроходные. Надеюсь, по речке потом удастся спуститься, чтобы опять так же не обходить. Не знаю, насколько уже поднялся. Речку перебродил, наверное, уже раз 10 минимум. Все, думаю, остановлюсь, выше не пойду. И потом вижу какие-то перспективные места, вот, типа вот этого. И начинаю опять подниматься выше. Вот, думаю,
Вот отсюда я и начну спуск. Вот отсюда, пожалуй, и начнем. Вот оно есть, перспективное местечко. Правда, течение очень сильное. Здесь вот малек стоит в этой заводе. Такой уже довольно крупный малек. Бассейн здесь купаться, да? Только вода ледяная, конечно. Вот здесь бы как-то обловить, но как? Во-первых, коряги, во-вторых, течение. Сверху никак. Хотя... Вот место классное. Блин, такое место классное, шикарное. А поклевок нет. Иду до той перспективной заводи, которую там видел. Хочу сверху зайти. Обловить ее. Не клюет форель. Не хочет. Не знаю почему. В чем причина. Но вчера мы рыбалку начали намного позже, чем сегодня. Но клев был вообще отменный. Сейчас вот она, заводь. Но если здесь не будет поклевок, тогда я не знаю. Нет, и здесь нет поклевок. А нет, есть. Оказывается, есть. Я думал, что здесь вообще рыбы нет. Думаю, да как так? В таком месте и рыбы нет. Не может быть. Ну вот это нормальный размер. О, такая вот красавица, да? Класс. Головастик. Сейчас посмотрим,
если сильно не зацепилась, то отпущу. Ничего себе, какая огромная. Во! Вот это другое дело. Прямо вот здесь в струе стояла. С мелика свалилась блесенка в струю. И вот она клюнула. Обалденная. Вот это другое дело. Вот это хороший размерчик, конечно. Во. Вернулся, в общем. Сейчас буду пробовать вот здесь, под дамбой. Не слишком густо, конечно, получилось. Поклевок 6 всего было. 3 поймал. Или 4, уже не помню. И столько же сорвалось где-то. Блин, оторвала, огромная была. Блин, сильно тянула. Но там здоровая была форель. Оторвала, блин. Ё-моё. Ах ты, сорвалась. Хорошая, прям видел атаку. Вот здесь решил вдоль берега провести. Здесь как раз такое место подходящее. Почему вот в этом месте форель не стоит, я вообще не понимаю. Мне казалось, что вот в этом месте прям вообще ее должно быть очень много. Ни одной поклевки. На слиянии двух речек, по идее, здесь вот она и должна стоять. Поджидать кого-нибудь. Есть. Говорю же, должна стоять. Радужка.
О, какая красивая, красочная. Обалденная, да, рыбёха? Класс. О, это какая-то другая вообще форель. Что-то какая-то она не цветная. Понять не могу. Не цветная и без пятен. Другой вид вообще какой-то. Непонятный. Может быть, это и есть радужная форель. А та как раз ручевая или какая она там. Ой, сильная какая рыба, а? Вроде бы сильно не повредилась. Отпустим. Опа. Как быстро улетает она туда в течение. Ну, смотрите, какой огромный. Кого-то высматривает. Здоровенный. Хожу, пробую здесь в речке половить, но здесь слишком сильное течение. Здесь надо типа кастмастера что-то ставить. Все, в общем, собрались домой ехать. Дядя Толя опять начал плакать. Домой надо, на работу. Чего? А что, не так, что ли? Ну, короче, сутки побыли здесь. Я порыбачил, дядя Толя посидел там. Просто так пару раз кинул спиннинг. И все. Больше он не рыбак. Ну, зато время классно, да, провел? Поспал от души на Вон какая красота там за окнами. Обалденная. Сейчас, может быть, не знаем, еще где-нибудь нормознемся. Если будет место какое-нибудь интересное, нарвемся. А так вроде бы все, рыбалку закончили. Я, короче, неплохо походил по речкам, половил. Все, всем хорошего настроения, пока-пока. Че, прощаться не будете? Пока! У вас боязнь камеры какая-то.